За кулисами последние приготовления перед, возможно, первым и главным концертом первокурсников Казанского федерального университета. Эмоции от самого концерта, репетиции. Вообще, да? Все супер, все на высшем уровне. Институт физики просто самый лучший. Это твой первый выход вообще на сцену? Это мой первый выход на такую большую сцену. Волнуешься? Волнуюсь, конечно. Кто не волнуется? Выключается свет, и у ребят остается всего пару секунд, чтобы настроиться на выступление. Начинается самый волнительный момент для многих студентов. Открывается занавес и стартует день первокурсника 2019. Для многих студентов это их первый выход на такую большую сцену. Фестиваль «День первокурсника» стартовал в культурно-спортивном комплексе «Уникс», и начался он с выступлений студентов Института вычислительной математики и информационных технологий и Института физики КФУ. Для меня концерт – это способ показать себя. То, что ты умеешь, то, что ты чувствуешь, то, что ты думаешь, показать это зрителю, донести до него некую мысль. Я еще со школьной скамьи как бы занимаюсь театром. Я выступала на школьных сценах, на областных, районных. Сама я из Оренбургской области. Но в таких больших мероприятиях участвую в первый раз. Я очень долго ждала этот день, потому что я очень сильно хотела поступить именно в институт. И сейчас, когда я стою на этой сцене, я чувствую себя очень счастливой. У меня небольшой опыт со сцены есть уже, и поэтому я не сильно волнуюсь. А так я просто стараюсь успокоиться и настроить себя на хороший лад. А успокоиться и настроиться нужно каждому, кто выходит на эту сцену. Ведь жюри и зрители чувствуют волнение из зала. Сначала выдыхаю, делаю дыхательную гимнастику. Смысл о том, что я должна сделать это, я выхожу на сцену. Фестиваль «День первокурсника» – это танцевальные и вокальные номера, творческие постановки и миниатюры, глубокие театрализованные истории о жизни человека. Мы будем показывать танец, но это не простой танец, у него заложена очень глубокая мысль о том, что люди перестают быть самими собой, и когда только наступает ночь, они раскрываются. Ну, вы сами все увидите. Жюри фестиваля предстоит оценить номера и определить лучших исполнителей. Торжественное подведение итогов традиционно завершится гала-концертом 24 октября с участием самых интересных номеров. Телеканал «Универ ТВ» будет вести прямую трансляцию этого яркого события. А впереди еще выступления других институтов Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, «Универ Ньюс».